Здарова всем, друзья, с вами Косидая Гост, и мы продолжаем играть из-за президента Лос-Сантоса в GTA 5. Сегодня мы с вами, как всегда, посмотрим на то, как же живет президент. Ну и само собой, ребята, как всегда, покажу вам новенькую крутую тачку президента и, конечно же, дорогущий особняк. Ну что же, ребята, в общем-то, в самом начале этого ролика, конечно же, как всегда, хочу попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте, ребята, если вы хотите как можно быстрее увидеть новенькую серию реальной жизни президента Лос-Сантоса в GTA 5, то не забудьте поставить лайк под этим видосом, и как только наберется 5000 лайков, я запишу эту серию. Ну и конечно же, если вы на канале впервые, то не забудьте подписаться и, само собой, нажимайте обязательно на колокольчик, ребятки. Да, так вы будете получать уведомления. Ну что ж, в общем-то, друзья, давайте для начала мы с вами, как и обещал, посмотрим на новенькую точилу, ребята, эксклюзивную, безумно красивую, опять, ребята, двухместную, то есть это у нас опять очередной спорткар. Ну, в принципе, президент себе может позволить такие тачки, я думаю, вы сами понимаете. Ну и давайте быстренько посмотрим, что это вообще за машина. Вот напишите в комментариях, если вы уже поняли, что это за тачка, да, хотя бы производителя вообще в целом. Я думаю, что многие, может быть, даже не знают. Я на именно этой модели машины я катаюсь очень редко. Вот реально очень редко, может, я за всю игру в GTA 5, может быть, прокатился на ней, может, ну раза два, честно. Короче, ребята, не буду томить, это у нас получается Aston Martin, на котором я реально, ребята, достаточно редко катался, потому что в целом Aston Martin'ов не так уж и много, ребята, в Лос-Сантосе. А мы сегодня с вами будем кататься на Aston Martin, который еще и эксклюзивный. Это безумный спорт Aston Martin, ребята, на заднем приводе, который едет реально офигенно быстро, в офигенной раскрасочке, в единственном экземпляре во всем Лос-Сантосе. Сейчас мы с вами его быстренько завезем к парням из Лос-Сантос Кастом, посмотрим, что из него можно будет сделать. Еще, может, более быстрым он станет. Хотя, в принципе, и так неплохо, ребята, он раздает, если честно. Посмотрите, как у нас ложится стрелка спидометра. Прям офигительно, по-моему. Чуть ренжак не сломал, но ладненько, хорошо. Так, заворачиваем, ребята, вот сюда. И погнали его тюнинговать. Офигенно, ребята, он смотрится, если честно. Посмотрите, мне, кстати, честно говоря, кажется, что как будто фары передние очень сильно опущены к низу. Возможно, это сделано для того, чтобы свет падал чисто на дорогу, и чтобы было видно, когда ты едешь по какой-нибудь трассе с большой скоростью, да, по ночи. Вот это реально, ребята, мне кажется, так и работает, в принципе, потому что, посмотрите, как направлено просто вниз, да, получается. Ну, мне фиг его знает, ребят, реально, для чего все это сделано. В принципе, я не инженер, тем более машины я не собираю, поэтому я не знаю так. Ну ладно, давайте, короче, сейчас быстренько, ребята, затюнингуем его. А тут еще и такой тюнинг есть. Нифига себе, думал, тут типа без внешки будет. Потому что тачка и так эксклюзив. Обычно эксклюзивные машины в Lost Customs не предоставляют тюнинг. Но вот сегодня, ребята, нам, видимо, сделали офигительный подарок. Так, ладненько, я понял. Фары давайте мы сделаем сами ксенончик. Он будет смотреться немножечко лучше. А, кстати, я тут подумал, что можно было бы сделать вообще неоновые трубки. Вот такого же цвета, как, в принципе, у нас и тачка. То есть такого зеленоватого, либо желтого. Как думаете, какой лучше? Вот такой вот или желтый? Мне кажется, что желтый смотрится прикольнее почему-то. Не знаю. Давайте поставим его, попробуем, в принципе. Окраску, ребят, я менять не хочу, честно говоря. Мне она очень сильно нравится. А, тут именно раскраски получается, да? То есть ты просто выбираешь, какую раскраску сюда поставить. У нас стоит вот эта раскраска. Да, в принципе, я белую... Ой, точнее, желтую я ставлю. Мне она вообще... Честно говоря, очень сильно заходит, поэтому я лучше погоняю с ней. У нас тут можно с вами вообще, в принципе, убрать спойлер, как я вижу. Кстати, смотрится немножко солиднее. Вот так гоночно, ребят, смотрится. Вот так вот смотрится солиднее, честно говоря. Ну, блин, я не знаю. Ну, давайте поставим, в принципе, вот такой спойлер, который будет под цвет нашей тачки. Подвеску мы с вами поставим раллину, чтобы тачка была прям безумно занижена. Офигеть, колесо как будто вообще утопает там внутри где-то. Ой, капец. Я смогу на ней теперь ездить, нет? По-моему, мы очень сильно ее занизили. Ну-ка, погоди. Ну ладно, в принципе, пофиг. Давай попробуем так поездить. Я редко тачки занижаю прям настолько, как сейчас. Но мне кажется, что надо попробовать, ребята. Надо попробовать. Обязательно поставим с вами мы пылестойкие покрышки, которые, кстати, уже стоят. В принципе, неплохо. Я думаю, что они могут пригодиться, если вдруг на нас кто-то нападет. Мы же все-таки президент. Такое вполне себе может быть. Ну и ну, друзья. Тачка получилась просто капец. Какой классный, если честно. Я, на самом деле, давно не катался на таких машинах. Вообще, в целом, надо как-то мне, наверное, пересмотреть маленькую мою сборку тачек GTA 5. Знаете, я очень люблю ну, вот машины наподобие BMW, Audi, Mercedes. Вообще, в принципе, я люблю эту тройку. Я реально зачастую катаюсь только на этих тачках, потому что мне нереально доставляют, ребята. Но в целом, когда ты реально
разнообразишь GTA-шку пятую, когда ты добавляешь туда огромное количество новых тачек, на которых ты, в принципе, не покатаешься в жизни, которых ты в жизни-то вообще не встретишь или встретишь очень редко. Это на самом деле круче, по-моему, ребята. Вот как вы считаете? Вы так думаете, что тоже стоит в GTA-шку пятую добавить как можно больше разных именно машин, чтобы было немножечко разнообразнее? Или же стоит оставить именно обычные тачки, там, наподобие Toyota, Mercedes, BMW, Audi и все, в принципе, да? Ну вот как вы считаете, ребята, напишите об этом в комментариях. Да, ну что ж, в общем-то, давайте посмотрим, как у нас эта машина едет. Ой-ой-ой-ой, так, задний привод дает о себе знать, тачку начинает очень хорошо заносить сейчас. Я, конечно, справляюсь с этим заносом, он не такой уж и безумный, но все равно, ребята, неплохо, неплохо едет. Слушай, неплохо, мне нравится управление, как бы... На тачке достаточно отточено, несмотря на то, что нас заносит, да, когда большие скорости мы набираем, все равно управляется. Тачка достаточно неплохо, ой-ой-ой-ой-ой. Спасайте президента, на меня там хочет напасть чувак, я должен как можно быстрее садить, чтобы они поняли, что это президент. Включай мне, ребят. Поехали. Так, едем, как же хорошо, что никого не было. Так, тихо, спокойненько, блин, нет! Ох ты ж, ё-моё, сейчас мог врезаться очень хорошо. Короче, ребята, ладно, я уже вторую серию подряд очень сильно рискую, когда играю за президента, блин, это капец какой-то, все. Убрали просто руки от клавиатуры, ребят, реально, потому что если так буду гонять, я просто разобьюсь нафиг и убью президента. Мне бы этого, конечно, не хотелось, потому что кому-то надо же заниматься Лос-Сантосом, кто это будет делать, блин? Хитман за него эту работу не сделает, хоть мы убиваем президента каждую серию, играя за Хитмана, но, ребята, все равно. В общем-то, давайте мы с вами будем уже потихонечку отправляться. Конечно же, самое главное, что мы сегодня должны с вами посмотреть, это новый особняк президента, который, кстати, ему подарили. Я думаю, было бы очень интересно посмотреть, что же там дарят нашему президенту Лос-Сантоса. И давайте сейчас мы первым делом заедем на заправочку, после чего уже выдвинемся к нашему особнячку. А пока я еду, ребята, хочу загадать вам небольшую загадку. Как я уже сказал ранее, президенту этот дом подарили. И подарил его ему один из самых влиятельных людей в Лос-Сантосе и один из самых богатых. А вот кто это, ребята, вам и предстоит сейчас отгадать. Я вам дам несколько подсказок касательно этого человека. Ну, во-первых, это мужчина. А во-вторых, ребята, этот человек недавно сделал одну прикольную тачку, которая очень сильно захайпила. И, в общем-то, эта машина пока что в единственном экземпляре, но вполне вероятно, что скоро они станут кататься по всему Лос-Сантосу. Прям вообще по всему. Ну и, в принципе, как по всему и миру, ребята. Так что, ребята, вот, в принципе, такая подсказочка, я думаю, вам уже должна помочь, будет разгадать это. То есть это один из самых богатых людей в Лос-Сантосе. Это первое. Второе. Он выпустил тачку, которая просто взорвала весь мир, которая офигенная и, кстати, странная. Да, вот еще одна небольшая подсказка. Короче, давайте, ребята, угадывайте, пишите в комментариях, как вы думаете, кто это такой. В принципе, я думаю, что будет несложно. Кстати, ладно, это будет прям уже жесткая подсказка, но пофиг. Мы когда с вами играли, ребят, за президента, мы катались на тачке этого чувака. Вот все. Вот если вы меня смотрите, вы должны угадать, что это такое, вот, обязательно. Ну и что же, ребята, в общем-то все, мы с вами уже подъезжаем к месту, посмотрите, вот у нас здесь встречает уже охрана, вот такой вот жесткий прям блокпост. В общем-то, давайте будем заезжать, везде полиция, у нас стоит FBI. Короче, все очень-очень серьезно, друзья. Ну и сейчас давайте будем подъезжать. У нас тут, посмотрите, как что-то GTA-шка залагала, честно говоря. Ну, в принципе, бывает такое, как бы... В принципе, я думаю, что сейчас, когда в дом зайдем, наверное, станет получше. Но вот здесь вот вообще, посмотрите, у нас какие лаги, ребята, сильные. Видимо, в доме очень много всего. Но я так вижу, здесь и охраны достаточно много, в принципе. Капец, у нас еще не было таких домов, в которых такая охрана безумная. Ну, ладненько, давайте заезжать. И полиция, FBI, и все-все-все, кто только можно вообще. Так, а куда нам тачку ставить? Я вообще, на самом деле, ребята, в этом доме только второй раз. На первый раз вообще без тачки приезжал, на вертолете сюда прилетал. О, да-да-да-да-да, ребята, посмотрите, какой, блин, гараж! Это просто мечта моя. Так, ладно, куда мне поставить свой Aston Martin? Давай вот сюда его припаркуем. Просто, да, вот так вот задом. Оп, оп, отличненько. Все. Все, хорошо. Можно выходить, короче. Погнали. Погнали, ребята, выходим из гаража и бежим уже напрямик в этот новенький, офигенный, дорогущий дом, ребята. Ну, это, как вы понимаете, просто капец. Посмотрите, он, во-первых, у нас трехэтажный, с огромными вот такими вот окнами. Там у нас какие-то девушки стоят красивые. Короче, все очень-очень, ребята, круто. Давайте будем уже осматривать. Заходим в домик и смотрим, кто нас тут встречает. Майкл? А что ты тут, собственно, забыл? Мне интересно. Ладненько, видимо, Майкла пригласили куда-то здесь, да? В какое-то собеседование. Просто вот здесь изначально-то не было. Я что-то удивился прям даже. Ладно, давайте пройдем вот сюда, друзья. Посмотрим, что у нас находится здесь. Ну, в принципе, здесь у нас, ребята, вот такая небольшая кухня. Да, как бы можно даже сказать бар.
Здесь работает бармен, что можно заказать коктейльчик, посидеть, попить, расслабиться, посмотреть телевизор. А эта комната, ребят, прикольная такая. Но в целом есть комнаты получше, это я точно помню. В принципе. Ну, обычная комната может быть для каких-то, не знаю, гостей. Или просто, когда хочешь вечером провести спокойное время, позалипать в кинчик какой-нибудь. Вот и все. Больше я об эту комнату ничего не могу вам рассказать. Так, следующая, ребята, комната. Все-таки стоят, пришел президент, всем нужно встать, как бы отдать честь, да? Все-таки стоит, смотрит, ну да-да-да, работаем все, да? Ну давайте, работайте дальше, а то я буду ругаться, блин. Посмотрите, сколько людей здесь работает только в этом доме, на первом этаже, в этой серверной. Как вы видите, ребята, работа кипит в доме. Все у нас, ребята, развивается, все продвигается, это на самом деле круто. Первая дверь у нас, посмотрите, с кодом, ну с кодовым замком, хотел сказать. А, получается, здесь у нас комната, как вы уже поняли, наших security, да, нашей охраны. В принципе, здесь стоят камеры, которые, собственно, можно просматривать, чтобы следить за домом. Дофигища различного оружия, причем начиная от обычных УЗИ, заканчивая гранатометами и миниганами. Патронов также, ребята, дофига. То есть, в принципе, этот дом будут оборонять до последнего. Патронов у нас точно хватит. Так, ребят, здесь у нас еще одна комнатка. Посмотрите, помимо того, что здесь стоят у нас стиралки, здесь еще есть вот такие вот ящики замурованные. А, да, ребята, это ящики, получается, у нас с едой, да? Ну, поскольку здесь у нас бар, логично предположить, что ящики с едой получаются, да? Ведь в принципе, логично. Так, ну что ж, посмотрите, здесь у нас еще очень важные люди в Лос-Антосе. Это у нас министр обороны, конечно же, его помощник и, собственно, моя правая рука, да? Стоит, ждет, пока я тут сяду к себе за столик. Но, в общем-то, мой премьер-министр может подождать, скажем тогда. Я пойду позанимаюсь пока что другими делами, покажу своим подписчикам дом. Вы пока что тут занимаетесь важными делами без меня, но там ничего не подписывать, сразу же говорю. Я приду, все сам проверю, если что. Так, давайте будем, собственно, с вами, ребята, спускаться или подниматься? Спускаться или подниматься? Давай спустимся, ладно. Хочется посмотреть, что снизу, ребят, честно говоря. Вообще, вот, ребят, как вы думаете, что бы вы делали с таким домом, если бы у вас был реально такой дом? Вот такой дом, офигеть, ребят. Просто напишите в комментариях. Вы бы в нем жили, я не знаю, вот где бы вы проводили больше всего времени. О-хо-хо, у нас тут какая-то потайная комната, да? Чё? Посмотрите, у нас тут просто... Ну, вы, наверное, офигели, как я, да, в принципе, ребят. Тут у нас стоят пулеметики, посмотрите. Давайте проходить дальше. Посмотрим. Я ничего не знаю. Давайте заходим сюда. Здесь у нас просто, ребята, хранятся самые важные данные в этом доме, которые вообще могут быть. Так, эта комнатка, посмотрите, здесь у нас собираются все самые влиятельные люди этого вообще мира, в принципе, да, могут собраться. Так, здесь также у нас с вами вот такая вот серверная, где хранятся все нужные данные, важные данные, которые нужно защищать. В принципе, обо всем Лос-Антосе здесь есть информация, можно сказать, и о самых влиятельных людях Лос-Антоса тоже. Так, ну и здесь, ребят, собственно, эта дверка, которая вот и ведет нас к этим пулеметчикам, которые расстреляют любого противника за считанные доли секунды, блин, получается, с таким оружием, я думаю. Так, давайте посмотрим дальше. Так, погоди, я уже маленько, ребят, заблудился, честно говоря. Где мы это? О, кинотеатр, ребята, да, кинотеатр. Посмотрите, тоже, в принципе, у нас уже с вами был один дом, в котором был кинотеатр. Но здесь, по-моему, кинотеатр выглядит все-таки как-то поприкольнее. Но вот только я упал вниз, упал куда-то за кулисы. Так, там у нас... Ой-ой-ой. Там у нас, походу, какая-то серверная, да, для того, чтобы управлять этим кинотеатром. Так, давай запрыгнем вот так. Отличненько. Хорошая форма нашего президента. Спокойно запрыгивает вообще без лишнего напряга. Но в целом много диванчиков, много людей можно пригласить на просмотр какого-нибудь фильма. Я думаю, офигенная комната такая, знаете, чтобы разбавить обстановку и расслабиться после сложного дня. Давайте сразу же посмотрим, ребят, что у нас находится на улице здесь, да, в этом дворике. Посмотрите, просто гигантский бассейн, очень много красивых девушек здесь у нас загорает. Видок, ну, восхитительно, ребята, я не знаю... В принципе, один из самых лучших видов среди всех особняков, которые мы с вами уже рассматривали. Огромнейший просто, ребята, такой, как-то не батут, а получается... Ну, батут, наверное, да? Правильно можно назвать. В принципе, неважно, ребят. Короче, можно просто прыгать в бассейн, офигенно проводить время, смотреть на вот такие вот прекрасные виды. Вы представьте, как это все во время заката. Просто загляденье. Ладненько, давайте будем подниматься обратно, ребята. В принципе, нам нужно посмотреть еще, что находится в доме. Очень много различных интересных комнат реально в этом доме находится. И вот какая бы любимая комната была у вас из этого дома, напишите в комментариях после того, как посмотрите уже все комнаты, которые здесь есть. Я думаю, что будет, ребята, интересно. Так, ну что ж, в общем-то, где мы с вами уже были? Мы с вами спускались, получается, вниз. Сюда я заходил.
сходил, да, все шикарно, значит, нам нужно подниматься вот сюда повыше и уже смотреть, что находится вот здесь. Огромные часы, просто прекрасные часы, да, по которым можно сверяться со временем. Так, заходим вот сюда, здесь у нас еще одна, ну, это уже как не то, что столовая, это у нас получается именно где... готовят все, да, то есть именно здесь готовят блюда, потом уже выносят, например, вот сюда вот, да, если мы устроили какое-то собрание, нужно покушать, как в ресторане, в принципе, это то самое место, где это можно провернуть. Ну и, конечно, давайте посмотрим, что у нас еще есть на этом этаже, бежим в эту сторону, так, у нас здесь есть дверка, давайте зайдем, фитнес, ребята. О, господи. Так, ладно, женщины-качки, ну ладно. Посмотрите просто на меня, на мужчину и там, на женщин этих. Короче, ребят, вы поняли, фитнес в доме есть, я как бы тоже занимаюсь им частенько. Ну, что-то как-то не идет, наверное. Ну, фиг его знает. Ладно, давайте подниматься, короче, выше. Ребят, я думаю, вы все поняли. Комнатка там действительно хардкорная такая. Но нам интересно, что у нас есть дальше. Верхний самый этаж, ребята. Это у нас такая, знаете, игровая комната. Чисто для релакса. Чисто для того, чтобы хорошо отдохнуть, как говорится. Выпить несколько коктейльчиков. И, например, пойти куда-нибудь уже спать. Ну, зайдем еще в эту комнату, ребята. Здесь, как вы видите, у нас как раз-таки уже, можно сказать, комната для сна. То есть комната отдыха просто уже для того, чтобы вечерком, не знаю, выйти, например, вот сюда на балкончик, отдохнуть, подышать свежим воздухом, зайти обратно и уснуть под кондиционером, да, чтобы не было жарко. Так, тут еще также у нас есть душевая, там туалет у нас имеется. Так, что у нас еще здесь есть? Тоже еще, ребята, вот такая вот у нас спальня. В принципе, я думаю, что тут даже не важно, в какую спальню ты ложишься, потому что какую-то спальню можно предложить, например, друзьям или членам семьи, какую-то вот лично для себя забрать. Мы, кстати, с вами там не посмотрели еще одну сторону, я, ребят, помню прекрасно. Мы еще с вами спустимся туда и поглядим. Здесь у нас также есть вот такой вот прекраснейший балкончик, да, тоже для проведения каких-нибудь мероприятий, может даже дискотеку здесь устроить в целом, потому что балкон достаточно большой, как вы видите. Также здесь, ребята, есть у нас еще одна вот такая вот комната. Тут нас уже ожидает девушка, но ладно, мы сейчас с вами, ребята, пойдем куда-нибудь в другое место. Сейчас нам как бы не до этого. Вот эта комната больше всех, можно сказать, да, для именно для сна. Я думаю, что именно здесь и стоит жить президенту. Это уже именно люксовый такой номер, знаете. В целом неплохо. Так, еще несколько комнат, ребят, которые мы с вами еще не смотрели. Но они, в принципе, все однотипные, насколько я полагаю. Нет, маленько балкон отличается, но так в целом все тоже абсолютно самое. В принципе, неважно, в какой комнате, как я уже сказал, ты ночуешь, самой лучшей будет именно та люксовая с огромным балконом. Ну, это как по мне, не знаю, какая комната понравилась вам больше, пишите, ребята, обязательно в комментариях, я, ну, конечно, прочитаю, в принципе, то что, посмотрим, что здесь самое крутое в этом доме, может, кому-то вообще больше всего кинотеатр понравился, кто-то любит фильмы смотреть, вообще прям обожает, или там в этом кинотеатре, например, смотреть мои ролики, кстати, смотрели бы мои ролики в кинотеатре, вот серьезно, если бы у вас в доме был такой кинотеатр, напишите в комментариях, смотрели или бы нет. Ну что, друзья, в общем-то, давайте на этом мы с вами уже будем заканчивать, я надеюсь, что сегодняшний ролик вам понравился, конечно же, ребята, если это так, не забудьте поставить лайкосик, само собой, оформите подписочку на канал, если у вас ее еще нету, друзья, обязательно. Я думаю, вам здесь очень сильно понравится. Ну и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на канале. Кстати, вот еще один Астермартин, я что-то его не заметил, ребята. Но это у нас GTA-шный Астермартин, как бы просто переделанная тачка, но так-то это он у нас. 100%. То же самое, что вот эта ламба как бы. Ну что ж, в общем-то, ребята, давайте мы с вами будем прощаться. Надеюсь, что все было классно. Желаю вам всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.